Девчонки, всем привет! Как вы поняли из названия видео, сегодня будет обзор заказа с сайта Ifroche. Если вам интересно, что же я заказала, и обзор на эти продукты, тогда оставайтесь со мной. Если нет, то ищите то, что вам нужно. Итак, девочки, начнем с того, что заказ мой сформировался очень быстро и отправился ко мне. Я его сделала 30 декабря 2015 года, а сегодня 8 января, и он уже у меня. Вот такая вот посылочка. И тут же минус у девочки был в том, что посылка пришла ко мне в таком вот виде, один из продуктов протек, и прежде чем снимать это видео, мне пришлось продукты помыть. Итак, тут были брошюрки, тут был накладная, так скажем, перечень продуктов, что я заказала, извинительные письма и сама продукция. Девочки, начну я, наверное, вначале с основного своего заказа и как любит компания Ifroche делать подарки. И, конечно же, потом покажу их подарочки. Девочки, начну с того, что первое, что я заказала, это гель для душа. Все названия подпишу под видео, чтобы просто не коверкать их. Это у нас идет с клубникой. Тут 400 мл. И те, кто пользовались когда-либо гелем для душа Ifroche, они знают, что все запахи Ifroche, они очень ярко выражены. И за это я их люблю. Я вообще люблю гели для душа за их ароматы, за их мылкость, за то, что они не сушат кожу. Они экономичны, несмотря на то, что как бы и объем у него не маленький, они очень сильно мылкие, поэтому его хватает достаточно надолго. И какой аромат на коже, какой аромат в ванной комнате, где бы вы там в ванной комнате, если вы ходите в баню, это будет вся баня благоухать. Если вы там, я не знаю, будете в сауне, возьмете с собой этот продукт, это будет то же самое. То есть любое место, где вы принимаете душ, ванну, баню, вы будете наслаждаться данным ароматом. Но так как я любитель ягодок, я любитель ванильки, я любитель чего-нибудь такого, знаете, вкусного, я не удержалась и заказала себе вот такой вот гель для душа. Но на этом я не успокоилась. И к нему еще я заказала бурбонскую ваниль. Бурбонская ваниль — это вообще моя любовь. Это прям любовь-любовь моя. Был период в моей жизни. Это начало студенческой, даже конец школьной жизни, начало студенческой. Я просто умирала именно по ванили. И в Ifroche была еще серия малина. Не знаю, сейчас она есть или нет. Я что-то как-то даже не обратила внимания. То есть, как бы, девочки, это действительно вот стручковая ваниль. Прям вот ваниль-ваниль. Здесь также 400 мл. Он также очень хорошо мылится, насколько мне известно. Этот я не знаю, этот еще не пользовала. Но сегодня даже не знаю, какой попробовать из этих, но что-то надо опробовать, потому что прям руки чешутся. Бурбонской ванили я заказала себе лосьон для тела, тоже из этой же серии бурбонская ваниль, органик ванила. И так как уже 2 часа, больше 2 часов прошло с того времени, как мы вернулись с почты, и у меня сын очень сильно любит открывать посылки, и мама, собственно говоря, тоже любит быстренько их прям прийти и открыть. И мы пришли с ним, открыли, помыли продукцию. И я не удержалась, мне очень сильно захотелось нанести немножко вот этого лосьона для тела себе на руку. И что могу сказать, девочки, вот я сейчас сижу, и у меня с одной стороны в нос бьет запах ванили, а с другой стороны от коробки идет запах земляники. Но если вы любите, чтобы вот именно прям ярко выраженный был аромат, она естественно, этот лосьон, он увлажняет кожу. Достаточно, я не скажу, прям сильно питает как-то, но увлажнение после душа, само то принять, если у вас там есть еще запах, есть любовь к ванили, то это бесспорно будет ваша любимица, любимица, которая будет стоять в ванной комнате и занимать лидирующее место, девочки. Просто сумасшедшее. Еще что хочется сказать, что этот запах, он на теле раскрывается, то есть, естественно, под мы все живые, у нас есть температура, он раскрывается букетом таким обалденным. То есть это не бывает, когда вот вы берете какую-то ваниль, да, лосьон для тела ваниль, не марки Ifroche, и бывает она прям противная ваниль, а вот это классная, она сумасшедшая просто. О, девочки, я прям люблю, мне нравится. Дальше что я заказала, ой, моя елочка,
Это вот из этой серии тоже гель для душа. Я, наверное, сейчас замоюсь этими гелями для душа. Буду очень чистая. Нежный гель для душа, экстракты мелисса, био для чувствительной кожи. Это вот такой вот гель для душа, тут его 300 мл, тоже все знают эту серию, она идет с нейтральным абсолютно запахом. И что мне нравится в нем, он идет для всей семьи, позиционируется, но здесь пометочка, для детей младше 3 лет не рекомендуют применять. И, собственно говоря, это очень большой плюс для этой серии. Раньше я тоже этой серией пользовалась, я дарила ее, мне очень нравилась она, любила пользоваться этими лосьонами, только, по-моему, с розовой крышечкой здесь вот, розовенькая штучка. Мне очень сильно нравилось, мне было приятно пользоваться, мне нравилось, как оно разносится по телу, мне нравилось, как оно, нравилось, как увлажняет. А в этот раз взяла гель для душа и надеюсь, то, что фирма Ифраше, компания Ифраше, они ничего там не поменяли, если что-то поменяли, только в лучшую сторону. Естественно, отзыв будет более подробно уже в пустых баночках. Далее, что я заказала... Не могла забыть своего супруга, конечно, я должна была что-то ему заказать в этой посылке. Как вы думаете, что я заказала? Да, гель для душа, мы будем все чистые. Это гель для душа, у нас идет ветивер, тут 200 мл. И знаете, я хочу сказать то, что это не тот запах мужского геля для душа, который, знаете, когда вот после того, как супруг помоется вот этими гелями для душа, где-то ментол, мята, все что угодно, когда заходишь в ванну, и ты не понимаешь, то ли, блин, тут зубную пасту пролили, тут как бы, ну, очень слишком ментоловое, мне кажется, мужчинам в этом не очень сильно повезло. Конечно, да, свежесть мужчины, она ассоциируется вот с этой вот свежестью ментола, взбодрить, но зачастую иногда нам, женщинам, хочется, чтобы от них пахло просто чистотой, и не обязательно, чтобы это был ментол. Так что, девчонки, присмотритесь для своих вторых половинок, для мужей, для братьев. То есть это будет тоже очень хороший подарок даже на 23 февраля. Не только носочки. И... Опс. Дальше я заказала себе опять гель для душа, но это у нас уже идет ваниль Прованса. Это идет Жардин де Мон. И заказала две штучки. Почему две штучки? Потому что именно вот ваниль... Лаванду, вот именно в этой серии, вот в этой сиреневенькой, мне нравится именно в Ифраше. Потому что вот в других гелях для душа я пробовала лаванду, она меня не так впечатлила, как здесь. Здесь она действительно чистая, идет лаванда. И причем, знаете, у меня ассоциация того, что здесь идет как масло лавандовое, которое, оно прямо, ну... При мылкости, естественно, она будет раскрываться еще чуть-чуть по-другому. Но мне она нравится, взяла две штучки. Я думаю, то, что ее мне хватит на хороший период времени, потому что они очень хорошо пенятся и экономичны в использовании. Так что, девочки, тоже советую. И что же здесь у меня упало? Извините. А здесь у меня упал крем для тела и лица. Это у нас уже идет Пюр Камель. Ифраше. О, это крем для тела и лица идет с ромашкой. В общем, здесь такой крем, он с защитой, мембранкой сделанный. Белый крем, очень, девочки, густой, он очень густой. И при нанесении он приятен и он тает. Вот знаете, вот, мне вообще ассоциация, что это не крем, а какое-то масло взбитое. Но так как написали крем питательный, увлажняющий, пусть будет крем, то есть он впитывается прям, ну, нежная-нежная кожа. Здесь его очень много, думаю, хватит мне его на достаточно хорошее время использования. Здесь его 125 мл и срок годности 6 месяцев после вскрытия. Надеюсь, я его использую, девочки. Я им раньше пользовалась и также его взяла, потому что он мне просто нравится, потому что я просто раньше им пользовалась в уходе. Достаточно... Очень достойный продукт. И если взять его на скидках, то это вообще великолепно. Ну вот, это был весь мой заказ. Дальше идут подарки от компании Ифраше. Что вы думаете, они мне прислали в подарок? Они мне прислали два кремушка в подарок. Но интерес заключается в том, что заказывала я как раз вот два вот этих кремушка. Они шли там у них два по цене одного. И, собственно говоря, я думала, как бы вообще будет здорово себе и там, допустим, на подарок один.
Но, к сожалению, или к счастью, они сделали так, что вот это вот они мне прислали в подарок, а тот вот однушечку, который вот один кремшик, они мне, как бы, я его заказала. Но ко всему к этому суть не меняется. У меня сейчас имеется 3 крема этого замечательного, так что подарю, либо разыграю, может быть, сделаю розыгрыш на канале, тоже надо будет попробовать. Вот. Достойные продукты. Дальше, что мне прислали, это была замечательная губка, но я, наверное, предполагаю, почему они положили мне губку для тела, они подумали, что я очень сильно люблю мыться, так как заказала столько гели для душа, но эта вещь в хозяйстве пригодится, я думаю, использовать буду ее не я, а для малыша, потому что мне очень понравилась вот эта вот мягкая сторона, думаю, и нашему карапузу она тоже очень сильно понравится, и в ладошки помещается, классно. Дальше, что мне прислали, это был бальзам для губ с макадамией, да, это макадамия, это вот такой вот их бальзамчик для губ. Не знаю, девчонки, я этой серией не пользовалась, попробую, обязательно тоже расскажу. В подарок? Почему нет, мне нравится. Следующее, что мне пришло в подарок, это был, у нас идет традиция хамана, восточный эксфолиант для тела с пудрой косточки органи. Хочу сказать то, что вот это вот я уже попробовала на руку, но оно мне напоминает скраб от чистой линии с абрикосовыми косточками. Так вот, девочки, как я уже сказала, этот гамаш эксфолиант, он очень похож на чистую линию, именно вот на абрикосовую косточку. Он там такие же грубые частички, но единственное, что здесь очень сильно пряный аромат. Вот очень сильно пряный. И любительницам Востока, любительницам восточных ноток этот продукт, мне кажется, очень сильно понравится. Вполне он займет достойное место в их уходе за лицом, если получится сфокусировать. Но я не очень сильно люблю такие именно восточные запахи, так как, ну, не знаю, мне кажется, прям это чересчур. Потом подниму. И следующее, что мне пришел в подарок, это был у нас гель очищающий для лица, бархатное питание, тут тоже 30 мл. Хорошие пробники для того, чтобы распробовать продукт. Я этот продукт ни разу не пробовала, я даже не знаю, что он из себя представляет, но попробую и, наверное, оставлю свой отзыв для того, чтобы, девчонки, вы знали, что он из себя представляет. Далее, что мне пришло в подарок, это были пробнички обычные, которые они всегда, в принципе, есть. Тут их было 3. Это у нас идет парфюмы, мужские и женские, 3 пробничка. Также от них в подарок мне пришел вот такой вот замечательный рождественский носочек. Я вообще была в восторге, тут вообще просто прелестная елочка, это классно все сделано, мне очень сильно понравилось, и он достаточно вместительный. Думаю, на будущий год будет вообще актуален. И следующее, что мне пришло, это были кружечки. Сейчас я еще вам покажу. Что это за кружечки? Это вот такие вот прелестницы, знаете. Я вообще, когда их увидела, я думала, это будут какие-то новогодние кружки, ну, какие-то прям новогодние, да, там с изображениями. Они пришли и вроде бы праздничные, вроде бы там что-то это, но они такие прикольные, они удобные и, думаю, вместительные. Парочка для нас с супругом будет вообще классно, мне нравится. Мне понравилось. Но, так как я повторюсь, мне пришло письмо на электронный адрес с перечислением продуктов, которые у меня будут лежать. Здесь у меня должен был лежать еще дозатор для вот таких вот продуктов. Баночек, точнее, должен был дозатор. Я прям обрадовалась, когда увидела, что у меня будет дозатор, будет удобно пользоваться и, допустим, лосьоном для тела. И еще должны были мне там написали, что у меня будет подсвечник. Я вообще, знаете, когда прочитала, то, что у меня будут там и кружки, и подсвечники, я вообще, знаете, как ребенок радовалась, когда открыла письмо от Эфроше. Но, увы, ах, у меня их не было. Ну что ж, не повезло, видимо, в этот раз, но ничего страшного, я и этому рада, собственно говоря, то, что оно пришло все в целости, не разбилось, единственное, да, что оно все залило мне здесь гелем для душа, но ничего страшного, помыли и забыли, как говорится, да, и вот это был весь мой заказ, это все, что я заказала, все, что мне пришло, надеюсь,
вам понравилась данная моя посылочка. Если да, конечно, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, какие у вас есть фавориты в уходе от Yves Rocher. Мне будет очень интересно узнать, взять себе на заметку, и, возможно, в следующий раз я сделаю заказ, уже учитывая, так скажем, ваши какие-то рекомендации в мою сторону. Девочки, я хочу всех поздравить с Рождеством. У меня не получилось снять отдельное видео на эту тему, так как я порезала палец, и я была не совсем в состоянии, было, правда, тяжело. И в связи с этим я хочу поздравить вас с прошедшим, наступившим Новым годом, с Рождеством, с этим замечательным праздником Рождества. Мне кажется, вот с Нового года по даже крещение идет период волшебства. Девочки, я желаю вам, и девочки, и мальчики, все, кто сейчас будет смотреть это видео, я желаю вам волшебства, я желаю вам улыбок, я желаю вам счастья, теплоты дома, теплоты от любимых, я желаю вам всего только самого хорошего. Не забывайте то, что вот какие вы есть, вы в этом уникальны, вы самые прелестные создания, которые вообще были рождены на эту землю. Да, есть, мы разные все, мы худенькие, мы полненькие, мы разные, но мы такие, какие мы есть. И я желаю вам оставаться собой, я желаю вам уйму позитива, я желаю вам всего только самого хорошего. И надеюсь, то, что в этом году все, что было плохое в прошлом году, останется, и вы будете внимательнее, у вас намного будет лучше, намного будет больше позитива и интересов. Я желаю вам всего искренне. А с вами была ваша Ира. Подписывайтесь на мой канал, и до новых видео. Пока-пока!